Всем добрый день, с вами Айден, и сегодня я раскрою специально для вас большую тайну. Я раскрою все карты YouTube перед вами в одном лишь видеоролике. Я расскажу конкретно, подробно, сколько денег я заработал с партнерки YouTube, выпустив ролик, который набрал 1 000 000 просмотров про ЕГЭ. Давайте начнем. Ой, пафос нагнал. Фантом Channel — это канал, который явно тебе, дорогой друг, будет по нраву. Помимо разговорных аналитических видео о самых свежих новостях, произошедших в нашем мире, тут также есть лайфхаки. После просмотра 5 полезных лайфхаков с резинками моя жизнь колоссально изменилась. Что уж тут говорить, если сейчас голос я записываю на 3 резинки. Ссылка в описании. Брынь-брынь. Я думаю, мне стоит убрать манеру быть Николаем Соболевым. Да, действительно, я выпустил ролик, который за 4 месяца набрал 1 000 000 просмотров. Для меня это большая цифра. Я не был готов к такому, по крайней мере, выкладывая именно это видео в сеть. Начнем с аналитики. Безусловно, средний просмотр в минутах и время просмотра влияют на количество заработка, хотя бы тем, что они генерируют большое число просмотров. И именно имея хорошие показатели этих первых двух графиков, можно с уверенностью сказать о том, что видео попадет в топы, потому что средний просмотр в минутах у меня здесь 4 минуты. Ролик длится сам 6, то есть 67% всего видео было просмотрено пользователями. Это неплохой показатель для ролика, который набрал 1 000 000 просмотров. Ту сумму, которую я назову, можно, в принципе, считать эквивалентной той сумме, которую получают любые блогеры топовые, набравшие 1 000 000 просмотров на видео. Итак, начнем мы с рекламы, которую интегрировал лично я сам. В этом видео она есть, и на тот момент времени она была куплена за 200 рублей. Мне кажется, это самая дешевая реклама во всем российском YouTube за 1 000 000 просмотров видео. Я включаю за все время расчетный доход, и аналитика YouTube показывает, внимание, $107.92. В переводе на рубли получается 7200, но все не так уж и просто. Это далеко не та сумма, которую 100% я лично получил и смогу себе вывести. Из 7200 отнимаем 20%, которое заберет себе партнерская программа. Получается 5760 рублей. Почти 1500, медленно-медленно улетают. От этой суммы отнимаем хоть и небольшую, но в любом случае значительную комиссию, которая отдается Сбербанку за оформление платежей, потому что деньги выводятся на карту кредиту. 2%. То есть 5760 минус 2% получается 5644 рубля. И не забываем прибавить 200 рублей, которые я добросовестно получил, интегрируя собственную рекламу. Получается 5844 рубля за старание, за тегирование, возможно, за покупку рекламы. В любом случае, это не так уж и много. Я поделился этой информацией, потому что многие из вас рьяно спрашивали, просто делали расспросы для меня. Так как я от своих подписчиков ничего не скрываю, я без проблем записал этот ролик. Если вам понравился, пожалуйста, поставьте палец вверх. И внимание, если мы за неделю наберем 1500 лайков, то через неделю я выпущу видео, в котором расскажу также подробно, сколько я заработал за видео, которое на втором месте по топу просматриваемых моих роликов, про Афонио. Оно набрало там 700 с чем-то тысяч просмотров, и уверяю вас, цифры там совсем другие по неким другим причинам. С вами был Айден, всем пока! До новых встреч!